Короче, всем привет. Я очень устал, я не знаю, сколько времени. Сколько времени? 2:11. 2:00 ночи, 2 июля. Меня зовут Славик Тихонский, я балдею. И, дорогие друзья, после снятия репортажа о том, что, ну, как бы репортаж, вы понимаете, блога, то, что я погнаться решил по поводу лифта. У нас пошли потери. Отстойные люди удалились. И слава богу. Кацапы, скорее всего. А другие кацапы, которые адекватные, прошу не удаляться. А быть друзьями. Я сегодня купил новые сережки. Черные. Как черная смерть. Что-то мне такие сны снятся. Как черная смерть. И другое то, что, ну, короче, меня с этой квартиры, которая, ну, мы все молодые, арендуем, многословие, я говорю, меня оттуда прогнали, брешу. Наверное, я к этому вернусь в следующем видео, через час залью, обдумаю, как это объяснить. Потому что у меня мозги не соображают, 2:00 ночи. Ну, это все шутка. По сути, у меня произошла трудная ситуация. Это больше описать можно. Я много помогал АТО. И произошло то, что и финансово у меня упадок. Финансово, как у всех людей, бывают упадки. Я не говорю, что я зарабатывал миллионы гривен, у меня нету богатого папы, нету, ну, живых мамы. Но есть папа живой, который тоже там, ну, поддерживать как сын должен. Я горжусь, что я поддерживаю отца, потому что не забываю. И надеюсь, вы также сами не забывайте своих родных. Какие они не были плохие родители, наверное, стоит их поддерживать и думать о них. Ну, понятно, мы не молодые тоже по бороде или так по лицу сказать можно, что я тоже не молодой. Ну, короче, к сути, просто веселое видео или не веселое. Просто начинаю мое видео сказать одно. Если вы хотите меня поддержать финансово, это будет такой просьбой, наверное. Если будет желание поддержать, вы как знаете, что у меня есть канал Тихонский ТВ, и у нас произошел, ну, технический упадок, это не хватает бюджета, это сделать опять петличку, нормальный звук и так далее, там свет. Если у вас будет там от 20 и выше гривен, долларов, не знаю, это пишу лично на своем канале, к своим друзьям, подписчикам, адекватным, которым нравятся мои стёбы и просто личность, именно я, да? Что добавить? Ну, просто есть под видео лицевые счета. Если у вас есть желание поддержать проект Тихонский ТВ, ценное заложенное интернет-выдание. И другое то, что... Может, это повлияет, кроме платить зарплату нашим редакторам, которые, ну, ребята-волонтеры, потребуют съесть пирожок, якийсь там проплатить. Как украинскую сказать? Маршрутка. Проплатить маршрутку и просто все. Ну, дуже багатько потрібно зараз забрати коштів. Ну, суму не буду називати, но очень нуждаемся, наверное, от такой пачки денег, от такой.
Правильно я говорю? Вот такой пачки денег, она небольшая. Это не килограмм, миллион гривен. Килограмм, миллион гривен, это понимаете сами. Но мы не Громадский ТВ, мы Тихонский ТВ. Проект делаем, стараемся. И поддержите нас, и как можете. И это не выглядит попрошайничеством. Это есть в нормальной мере во всем мире, в Европе, и в России, и в Украине. Все нормально друг друга поддерживают. Я пойму, если кто-то отпишется, скажет, типа, оу, там он денег просит. Подождите, мы не зарабатываем на YouTube. Наш канал Тихонский ТВ не зарабатывает. И я лично не зарабатываю на просмотрах вот этого ролика. Если он наберет 1 миллион или 10 миллионов, то я, может, как говна ставил или говно ставил, заработаю там миллион долларов и куплю квартиру. А по сути, я сейчас тусуюсь. Вот Olympic Hostel. Цены не буду называть, потому что каждому индивидуально эта цена. И теперь новый блогер. Представься, как тебя? Да, она забирает. Здравствуйте. Всем доброй ночи. Крутая девчонка. Она тоже тусит теперь в YouTube. Я просто подсказал. Хоть 5 долларов она заработает. Я не говорил, что мы зарабатываем, но 5 долларов мы зарабатываем. За то, что смотрите, ставите лайки, пальцы вверх, подписывайтесь на эту девчонку, она очень трешевая и очень смышленая, ее жизнь, позитив. Это все и есть наша жизнь. То, что через 20 лет, если я же смотрю, да, ты тоже, если смотришь, мы запоминаем эти рожи. Я опять снимаю это же видео, только уже вместе. Да, всем спокойной ночи, спасибо вам за внимание.